have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет, привет! Всем привет! Привет! Всем адекватным и абсолютно разумным подписчикам привет! Вот сегодня такая с нами банда. Это все наши ребята. Это все те, кто пришли играть с нами. Сегодня играем с подписчиками. Сегодня будет очень круто. Я надеюсь. Так, теперь этот раунд все равно уже просран, поэтому предлагаю уже не рыпаться. 12 человек. Уже 12? Уже забили сервак? Я зашел. О, поздравляем, поздравляем. Ура. Я, оказывается, зашел. Я 3 раза зашел на ваш сервер, просто не заметил. Я начинаю потихонечку, знаете, все вот эти штуки, когда шел, случайно упал и ткнул человека ножом 27 раз. Вот то же самое, случайно зашел на сервак 3 раза. Это просто ножом. Почти как 28. Это не еще. Обряд, боится. Какой классный ник у тебя. Кого? А, начинаются комплименты по поводу ников, я понял, хорошо. Да, вот у меня самый лучший ник здесь. Милочка, я тут единственный человек, кто не брал себе скрин-нейм или что-то такое? Нет. Или тут есть еще это живорожденные матери? А я не знаю, что это. Алло. Ау. Это а, это паркур. Ну все, да. Здравствуй, кое-что Новый год. Я прошел. Здравствуй, юность. Я очень хорошо паркур. Не надо вам юность в сапогах, поверьте мне. Ужасно. Я вот паркурить не умею, я сейчас пытаюсь. Нет, я упал. Ты прошел это, да? Дул. Еще как надо. Ты можешь размутиться? Ну ладно. Это что, обет молчания? Нет. Я вижу бегающего донжаку. Я прошел. Не заметил, легкий паркур довольно. А, не, фиг. Короче, паркур это вообще не мое, особенно в принципе в Роблоксе, поэтому без вариантов. Рад за тех, кто прошел. Да. Шок-контент. Да, ребят, постарайтесь, пожалуйста, избегать подобных заявлений и всякого такого, все-таки. Вот это вот вырежите, пожалуйста. Вас могут смотреть еды. Белые адидасы. Кто не заметил, у меня буханка на плече. И... Ага, нет. Ясно, понятно. Лир. Причем меня та же на том же ряду сбила, где и тебя. Это вот важно о том, что посмотрите направо, посмотрите налево. Я не посмотрел в одну сторону и приехал. Правила для детей, Саша. Пофиг, бегу напролом. Ха, добежал. Ты что, Джаггернаут, что ли? Да. Я выиграл. Мы играем за Джаггернаута, поэтому что у нас настроение прошло? Оно поднимается. Адмирал, бред. Бред? Кто это? Я вот. Это ты был? Да, я твой друг на плече. Да, кстати, у нас тут свежеприкупленный хлебушек. Ну, Адмирал Брэд. Ну, Брэд же ж хлеб, не? Мне кажется, что придется очень много монтировать. Почему? Да. Ну почему? Если все будут сейчас запрещенные слова, то будет. А вы можете просто так сделать, чтобы не. Ой, блин, почему я? Я не хотел. Ну ладно. Вы можете без запрещенных слов? Можно так? Ну, просто для разнообразия там что ли. Фрум. А можешь, пожалуйста, нас пощадить? Блин, кого из вас первого пощадить? Не надо! Ну не надо, ну не стук! Если бы вы мне не были обозначены, то было бы гораздо проще. Ой, не надо, пожалуйста. Бедный Данджаг, он просто рядом проходил. Да я тоже просто рядом проходил. Че, парень к успеху шел, да? Помогите, да, нет, помогите! Я сейчас умру! Ты что ты за мной прячешься? Да, фиг ли, да. Я переступил-то через тебя, иди сюда. Ах ты ж мелкий. Ладно, иди гуляй, все. Там вон много. Здорово, негр. Не надо, нет! Тебя раздавили? Как? Я же на тебя наступил! Там у кого-то происходит. Там на ноги. Там на ноги надо. Привет, неграм. Привет, негры. Опа, кто-то выиграл. Да, я выиграл.
А почему я тоже выиграл, если я типа на вас охотился? Это же значило, что я проиграл, если вас всех не раздаю. Ты же кого-то раздаю, значит, не должно быть награда. А я понял, кого не хватает. Кого? Лимона не хватает. В смысле, где? Лимона не хватает. В чае? Кто-нибудь тыкните на кнопочку. Какую? 17, я понял. Да, это я. Что, тогда все с нами. А откуда у тебя эта штука? Какая? Я можно покупать в магазине. Штука была. Так. А, вот туда надо. Бьем по камням. Альфа, Альфа, ты против нас. Против обидно. Нас, Альфа. Бьем камни. Калькулятор бьения камни. А почему-то такие камни кубические. Каменщик, работаю 3 дня. Без зарплаты. Кто это вообще? Ты видел его последнюю версию про сахар? О, про сахар это на свете последних событий? Да, 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 да. Эй, алло, я, короче, это тут... Таблетки. Я разбирался без последних событий, хорошо? Алло, Дрейд, я, короче, отключусь. Да, ребят, насчет последних событий, я не знаю, вы все из разных стран и всякое такое, давайте постараемся немножечко... Я, как истинный белорус, отношусь к нейтрально абсолютно ко всему. А я вообще в России. Это был очень скользкий комментарий, но я его принимаю. А я как человек, у которого в War Thunder на танке... Давайте лучше есть драники, чем воевать. Алло, Дрейд, я не против. Блин, драники вкусная штука, обалденная. А драники мясом особенно. А мы выиграли на два. Алло, Дрейд, у нас окном, я, короче, отключусь, окей? Я не смогу все. У меня взрывы за окном. А, ну бывает. У вас град? Народ, общем, взрывы за окном, я потом как-то буду, окей? У кого что там на фоне сейчас? Это телек или младшие братья и сестры? Что происходит? Это град. Почему ты красный? Так, наверное, красный надо дайвить. О, блин. Ты на плавать будешь? Выда, и да. О, это типа это. Welcome to the club. Увернись от метеорита. Я тут вот на углу буду. У нас, кстати, в этот раз прям неделя экспериментов, потому что, во-первых, что первый раз мы собираемся в такой огромной пати. Я пока что, вот, судя по вот этим всем шумам на фоне, я не уверен, насколько это все пойдет, но пока что идет. Вот, во-вторых... Чувак, не все вещи можно монтировать. Главное, на мину монтировать. Не брать. На мину нельзя. Что это за смех? Не знаю. Ехидный... Смех человека, сделавшего свое дело просто. Да-да-да, адекватный, абсолютно разумный смех. Дрейд, короче, у меня взрывы за окном, я отключаюсь, окей? А? У меня взрывы за окном, я отключаюсь, окей? У вас град? Ладно. Все, пока, желаю тебе удачи, держись там, пока. Давай-давай, удачи. Желаем удачи вам. Блин, печаль. Действительно грустно. Я на первом месте. Да за Домикс, да? Ой, господи. Что произошло? Я так и не понял, а ничего не произошло. Нет, ребят, тут есть кто-нибудь, хоть один человек, который сейчас улавливает все, что происходит? У меня просто половина в кашу сливается. Ну, я тебе завидую. Да. Я вообще понял. Ой, блин, нет. Адекватный, абсолютно разумный. Да. Просто... Так, надо сейчас следить. А зачем следить? За вот этой, да. Топур. Стоп, за ей. Я потерял. Я не потерял. Вот она. Вижу ее. Да вот же. Ну я, короче, за вами побегу. Ну, играя вот так на общем серваке, продуть в этом испытании невозможно. Если, конечно, не прыгнешь вот так вот. А, нет. Налез канал выпустил. Все выжили. Да? Дальше последний, нет, на самом деле это сложный, только последний уровень. Просто так, крути за ней. Да. Скорости. Просто крути за ней и все. Нет. А я ее потерял. Да. Народ. Это почему на воздухе? Почему вы на воздухе стоите реально? Так. Как вы на воздухе стоите? Баги лаги. За то, что я случайно это сделал. Я сам упал. Я потерял.
Я не потеряю. Не потеряю тоже. Главное, держите в себе свои салатики. Вот это вот. Вы уверены? Ладно. Чему все эти? Ладно, абсолютно разумный подписчик. Я единственный, кто я хотела к ним попасть, а не. Вот это будет сложно, вот это будет сложно. Мы тоже выжили. Да, странные дела. Очень странные. А, я потерял тоже. Да, я потерял! Не потерял. Вот это. Я тоже. Вот это. Так, я с адекватной. Я доверю себе. Пусть ну сейчас или все сдохнем, или выиграем. А, да, кстати, все сдох. Я сдох. Все, затащено. А почему, в смысле, а как вы выжили? Я слил только из-за последнего уровня. Я наш прыгни, если ты меня слышишь. Чего-чего? Мегакот, прыгни, если ты слышишь меня. Я шифтлоке все делал. Пацану, помогите. О, нет. О, ну-ну. Сейчас такое будет. Раунд еще и рейс. Ну-ну. Гонка сверху. Гонка сверху. А, это типа это, как в Мип Сити, там вот это, катайся. Ну, это за шарики. Это не шарики, это гайски. Это Порсе? Это мороженое. Это самолет, это птица. Я впереди. Пока, до свидания. И половина разогналась. Да, я не разгонялся, я нормально, типа, такой притормозил немного. Сразу видно адекватный, абсолютно разумный. Я абсолютно разумный подписчик. Адмирал улетел. Я вообще с геймпад играю. С чего? Хоть в предложку кидай. Тимон крутится без шара. Да чтоб тебя! Я вылетел просто вот, ну, ну ладно, тут выиграют все, все равно все, кто это, да, ну ладно. А тут не на место, тут просто кто доехал. А, да? Да. А, круто. А сколько там попыток давалось? Вот чувак передо мной, ты кто? Ты чувак передо мной? Коты Б. А, мегакот. Это типа выбочки. Мегакот. Мегакот и кот. Чувак, то есть тут есть твоя обычная версия, есть мега-версия тебя, ну нормально. Ну, а еще здесь есть два... Чтобы вы понимали, этот мегакот — это казах. Он сверх-сверх-сверх мегакот. Ну, вообще супер. Я тоже казах. Да. Я тоже казах. Блин, почему у нас разные команды кидают? Да, почему? Это все потому, что ты за ББ, а я за Олега. Блин. Так, давай-ка провести. За Витус Олега? Народ, по две сразу, если что. Ну зачем ты сказал технику? Я всем это сказал. Ну надо было. И своей команде тоже. Не, не, только чужие. Блин, почему ты за них? Почему не за нас? Жага, ты коси не так, а это. А это? Так, а это, да. Быстрее докосим еще. Мы выигрываем. Мы уже и камень тут камечками работали. Камеры дня. Без зарплаты. Без зарплаты. У меня зарплата есть. Серьезно? У меня для тебя коробка. Секунду, одна копейка. Какая? Белорусская, русская, украинская. Казахская. Казахская. Тенге, Ванкин Тенге, да. Кстати, да, у вас же это Тенге. О, мы выиграли. Это ж не прикол? Да, у них тенге. А, хорошо, ну, да. Я на секундочку запутался. И у нас только один тенге и все. У нас там нету больше ничего. Ну, чин еще кто-то говорит и все. А копейки как у вас называются? Чин. Или обычно как тенге. Ага, понял. Бюджет этого видео 100 тенге. Нет, я бы сказал, что актеры работают за еду, ну ладно. Куда надо? Никуда не надо, уворачивайтесь. Куда надо? А, понятно. Сейчас будет снежок ой падать. Я буду за Фрумом следить. Мороженое. Давай, игровой. Не ожидал, что все будет насколько? Мороженое. Че это? Мороженое. Альфа там все по одной стороне идет, но я постою. Да, да, да. Ёртки! Ох! Это сложно. Отпрыгнуло, да? Чуть не накрыло! Оп! Осторожно! Пока! На это, шоколадный, на шоколадный иди. А, это шоколадной зоны там еще нету. Нет!
Да, их можно перепрыгивать, кстати. Я три штуки перепрыгнул. Нет, блин, меня сюда снесло. Две секунды осталось, да ладно вам. Блин. Да ладно. Слушайте, выиграл Протоген и Лимон. Круто, я почти поздравляю. Выиграл, меня последний убил. В том-то дело, да, осталось пару секунд буквально. Подписчика смотрят друг на друга. Да. Один с чайник. Ой, ой, еще один. А ты адекватный, абсолютно разумный подписчик. Этот код смущает. Плюс 15 социал кредит. Здорово, у меня нет тенге. Можешь уходить. А, 15, а что тут надо? Уворачиваться. Понятно. Сейчас эти штуки будут дрожать, нужно не попасть под них. Или они не будут... А, они будут вот так. Ну, короче, да. Ну, короче, быстро будет как-то. Кто управляет? А, да, никто не управляет. Оно будет сейчас рандомно менять направление движения, если что. Оп! Ну, кстати, еще типа конвейера, что есть, да, да, двигать в сторону этого. А, еще конвейер, понял. Да-да-да. Есть еще эти ацтекские развалины или что-то подобное. Стрелочки посередине показывают направление движения ленты, если что. Да-да-да-да. А, я запутался, где я. Просто стой на месте. Алло. Минус альфа. Я на месте стою просто. Можно и на мы потеряли адекватного и абсолютно разумного подписчика. Там же не смешно, хватит. Я начал подозревать, что под этими словами есть какая-то подоплека. Ну ладно. Да, это надо смотреть определенного человека, которого мы не будем называть, чтобы его не спойлировать. Хорошо, хорошо, я понял. Давайте без этого. Ах ты ж. Черт. Минус ход. Мне куски разъели со всего пола. Уровень. Я выиграл. Поздравляем. Тоже выиграл. Ладно, возможно, я ошибался. Возможно, здесь получится получить превьюшку. Они не рубятся. Рубятся. Симулятор газонокосилки стал симулятор дровосека. Ну, правильно, запасы, запасы. Симулятор каменщика. Есть. Они точно рубятся? Да-да-да, нормально. Вот, как они рубятся. Упала. Ну, вот так вот, нормально, просто долго надо. А они клики помогут? Короче, вместе надо рубить. А, хорошо. У меня спонсора нету, зато где-то полгода, нет, не полгода, где-то месяцев 10 назад у меня был личный хейтер, так что все нормально. Кто это был? Я без понятия, кто это был, просто чувак приходил и целенамеренно кидал мне дизочки. Ну, то есть, это успех. Круто. Успех. У меня таких человек 3. А, ну вот, ну у тебя же большой канал, чел, ну да. Нашел, потому что его накрыло градом. Блин, это не смешно. Что? Кто выиграл? Какая нафиг ничья? Ничья. Блин, реально ничья. Сказали обе фильмы, выиграли. Смотрите, это он ел растишку, посмотрите. Где? А, ну сразу видно. Так, народ, я не знаю, кто там пишет, пожалуйста, если не сложно, не пишите. Наверное, подлинчай, там надо будет. Да. Кто левает? Фрум, видишь, он ел растишку. Кто из них? Высокий. Вот, смотри, на кого я смотрю. А, в самом деле, что-то... Ох, ты ж, я чуть не упал. Хотел подойти. Ну, дыра появится через 7 секунд. Ни одному страшно уже. Конечно, если это паркур какой-то. Это парк с курицами, да, это то, что ты думаешь. Они еще катают. Ой, господи. А нам надо вперед бежать, оказывается. Да. Тут гравитация маленькая. Меня унесло. У гравитейшн. Чем? Засосало в черную дыру. Были мы по морю, ветер марш. Поздравляю. Вау. Они не появляются, да. Ну, появляются, но в смысле медленно. Очень медленно. Нет. Да, нет. Почему? А где? А почему в космосе машины? Ой, все ясно. Его нужно ликвидировать. Ты че, это же ты? Он аномалия, он летает. Я сотрудник, ты меня не имеешь права ликвидировать. Это там черную дыру кого-то засасывает. Я еще не засосала. Ой, я чуть не сдох. Не упал. Блин, а шо ж, вот реально время очень относительно. Смотришь такой, 15 секунд такой смотришь через полгода, 11 секунд. Нет! Нет! Я есть! Мы что, только втроем выиграли, фига себе. Я прыгнула последний. Так это же втроём, кто выиграл? Сверху надпись была, сколько кто выиграл. Я
Я прыгнул на последнюю секунду. Можете сказать, кто выиграл все? Уже не видно, ну то есть я просто посмотрел, что я еще двое и пока радовался, не прочитал. Это миссиль команд. Управление ракетой, это просто. Блин. Гонка. Мегакот. Интересно. Ну как бы да. Это наверное могло бы быть, если бы было. Если бы было, это очень легко. В кавычках удобно играть. А почему я самый первый лечу, объясню? Не-не-не, мы все первые летим. Да, мы все первые летим. Да. Да вы издеваетесь! Очень страшно. Это мне напоминает какой-то этот, знаете, миссия в Ace Combat каком-то, где в туннеле... Я в Ace Combat не рубал. Это напоминает GTA. Мне это напоминает Red Faction Armageddon. Тоже не знаю, извиняйте. Я тоже советую поиграть. Понял, посмотрим. Разрушаемость прикольная. Это бесплатная реклама. Бесплатная реклама, да. Рекламная кампания этой игры. Рекламная же кампания этой игры еще жива. Вот. Есть. Я первый. Тут, я 41-й. Ты первый. Победила дружба, которая сырок. Мегакот, вернись. Вернись, Мегакот молчи. Трум. А, я понял. Сейчас я залезу в эту трубу. Можешь прыгнуть на кнопку? Что? Вот тут, возле воды, что ли? Да. А, поздно. Ладно. Я упал. Ой, а чудовище. Морское чудище. О, блин, я вспомнил, что это такое, да. Плохо, ну, морское чудовище. Страшно. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот этого никто не ожидал, да? Конечно. Да. Нет, стой, пожалуйста. Скользкий тип. Больно, мне нравится. Да ну блин, ну если ты любитель потных рук, тогда может и да. Каждый раз ощущение намного легче, чем какой-то потный. Ты любитель ледяных рук. Минус еще одного протогена. А, ёлки. Выпустите. Бедный протоген. Нет. Еще 20 секунд, ну ёлки. Ребят, я умер. А, скажем, что разом все быстрее. Да. Сейчас будет вообще весело. 10 секунд. Бывает. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я вернулся опять. А? Ну все. Победа доказана для абсолютно разумных подписчиков. Там надо установить счетчик на эту фразу сегодня. Разумных подписчиков ноль. Последний раз обещаю. Адекватный и абсолютно разумный. Ну, зачем ты меня кусаешь? Куша мало. Дулось, тебя умышлю. Дулось, я сейчас так кушу. Все, хватит рекламной кампании, его и так Масад спонсирует. Да. Ты тоже был в этот момент на стриме? Ой, вышибалы, что ли? А здесь что? Я вас уничтожу. Почему Альфа опять в противоположной от меня команде? Согласен. И он тоже, блин. Обидно вообще-то. Нет. Но ваншоты. Оно ваншоты. Это почему это? Это как? Страшно. Очень страшно. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, но мы знаем, но мы не знаем, что это такое. Так, глобальная культная коалиция. А фиг ли оно тормозит? Ладно. Писать факт о ненападении. Да, я согласен с вами, коллега. Может, подпишем мирный договор? Ай! Я, по-моему, тебя выдал. Адмирал, я типа по тебе не стреляю. Я стреляю по... Кот. Что за мной? Мы тут с Данжагой вдвоем остались. Против вас троих. Нас трое? Нас двое? Нет, нас двое. Два на два. А кто же выпустил шарики? Я. Два на два. Ну, ай. Я хотел залезть, а чтоб кот нажал. Один? Да, дайте мне шарик уже, в конце концов. Да, меня тоже рикошетом убило. Фу, 2-1. Выиграли, Фрум. Вообще каким-то чудом, да.
Все ясно, это все. Вы используете аномалии. В надписи над моим именем. Секундочку. Может, но идти мне просто очень. Ну-ка, давай. Я открываю печеньку с предсказаниями. Давай. Можно уйти мне, просто очень скучно. Ну, ладно. Никто не держит. Каждый вдох, который ты делал, это можешь вы чей-то придешь. Я пошел отсюда. Ладно, пока. Я пошел. Давай, удачи. Давай. Через хочется опять. Дула, как ты? Надеюсь, тебя не накроют. Имя получил. Кто? А как ты себе имя получил? Ну, сверху такая. А, это просто... Это двойное оно какое-то. Я получил... Глобальная оккультная коалиция. Оба адекватные и абсолютно разумные. Я тебя не трогаю вообще. Тихо. Там чувак на корабле не развеял. Молодец. Побить. Фух. Так, мы все адекватные и абсолютно разумные. Давайте не будем сражаться. Ай. Все? Я не адекватный. Это мы что, сами выпилились только что первым? Так, вот. Да. Вот как дела. Я знаю тактику. Я ее придерживаюсь. Только попробуй, не подходи ко мне. Моя тактика боя... Смотри. Фрум, посмотри на них. Писай. Я стану на пару шагов подальше, а тут что-то с ними, да. Какие-то они неадекватные и не особо разумные. Винда слетела. Помогите. Как? Куда она слетела? Вернись, Винда. О, слипер слетит. Мы, короче, будем на коробках. Да. Звучит как Майнкрафт. Глобальная оккультная коалиция. Что ж у вас за технологии, если у вас... Виндус полетел. Виндус. Прошивка полетела. Мне, наверное, нужно будет потом ставить какое-нибудь предупреждение, что наша сегодняшняя серия состоит на 65% из цитат из других каких-то видюшек на Ютубе, а то, по-моему, будет... Да, из отсылок на вселенную. Великого вождя. Погодите, про великого вождя это к Бихолдеру третьему, это не туда. Не-не-не-не, это, ну, я тебе потом Фрум объясню. Блин, мне уже страшно, ну ладно. Это к одному стримеру, которого официально спонсирует Моссад. Да, израильское правительство. Моссад это не правительство, Моссад это разведка. Ну и правительство, там вообще его, короче, и масоны. Удобно. И они его, короче, официально спонсируют. По его словам, я так понимаю, да? Он точно не фашист и не аферист. Ну, они же не называют, кто это. Ну, я бы тебе мог написать, но ты просил не писать. Да, правильно, я просил. Это Свидран будет? Ой, погоди. Нам надо. Так, стрелочки идут в ту сторону, значит, мне туда. Мне кажется, что на нас будет что-то выезжать оттуда. Ой, нет, нам не туда. Да, короче, это ящик. Определенно. Определенно. Вообще нам нельзя. Тут обходить ящики? Да, ну, но подожди меня. Мы же типа медленнее, что? Потому что мы бежим против ленты. А где адекватный? А, вот он. Вон я. Я дошел. Привет. Здорово. Здорово. Эть? Два человека нашли друг друга. Они не убивают? Я сейчас еще раз пошутил, да не буду. Давай, я пойму. Я тебе потом... А тут прыгать нельзя. Если человек ощущает, что лимит шуток превышен, то чё будешь? Да. Не, ну здесь просто прыгать да. Прыгать нельзя, да. Потому что иначе я бы выбрался за текстуры. Козма знает про мою суперспособность. Кстати, мы на уже в курсе. Мы в шестером остались. Нас начинает сносить народ, если чё, вы в курсе, да? Я умру, да. Посмотрите назад. А, нет, я не умер. На чей? Фух, нормально. О, я умер, выжил. Козмо просто знает мои суперспособности к выпаданию за текстуры. Вы же тоже все знаете про мои суперспособности и супернеудачи, так что ладно. Все, ребятушки, думаю, тогда на этом сегодня серию будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра. Сейчас всем баладушек. Всем покеда. Всем покеда.